і кажуть мені, що пан Борис з нами вже на телефонному зв'язку. Доброго здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук. Зі мною тут у студії так само Христина Бондаренко. І є в нас кілька запитань. Так, доброго дня, пане Борисе. Перше запитання, скажіть, будь ласка, ми от щойно спілкувалися із Сергієм Борисенком. Ну, відповідно, що вони відкидають усі звинувачення в їхній бік, що це їхня машина. Чому у вашого штабу така впевненість? Ну, у штабу Геннадія Корбана така впевненість у тому, що Toyota Camry, яку затримали вчора, саме належить штабу Сергія Борисенка? Знаете, все очень просто. То есть господин Деревенко откровенно врет, потому что он в том числе в госслужбе, находясь на государственной службе, подписывает социальные договора с сетью агитаторов. Эти договора есть, они были в том числе в автомобиле. Договора, знаете, договора стоит его подпись. Этим занимались люди из его штаба, в том числе оперативники, все были отслежены. Здесь этому все доказательства происходило у сотен свидетелей на глаза. А если вы хотите вообще мнение по поводу вот те происходящего, но это уже похоже даже не на пар, а скорее всего, ну, наверное, уже на пань. Потому что только что появился человек, который заявил, что он является представителем самообороны и берет на себя принадлежность ему автомобиля, оружия, денег. Его фамилия известна, Степанчак Юрий. Он зарегистрирован техническим кандидатом от Березенко на выбор. Самооборона уже опровергла этот факт. Я только что разговаривал с спикером Порубьев. Теперь появилась новая версия о том, что в машине сидели бойцы батальона «Донбасс». И еще один человек, Тараска, Ступец, по-моему, фамилия, сказал, что ему это все принадлежит. Была еще третья версия, что на самом деле эта машина принадлежит Корбану и непосредственно партия «Солидарность» сделала по этому поводу заявление. То есть то, что сейчас они делают, это, скорее всего, похоже на память. В течение получаса порекомендованный банк дали три различные версии, даже четыре, о принадлежности этого автомобиля. Хотя все прекрасно знают и понимают, что этот автомобиль, деньги и агитаторы имеют непосредственное отношение к руководителю Державного управления президента Украины. И самое смешное, что в этом автомобиле сидел и задержан его одноклассник и товарищ. Так что можно установить, это не просто, и это уже установлено. И сейчас он находится в РОВД задержан. Это одноклассник господина Деревенко, его друг, сын покойного авторитета, входившего в банду Салтухова, которого в 99-м году попали на паспорт. Есть его фамилия, имя, отчество, паспорт, данные. То есть все установлено. Пане Борисе, так. Еще раз, пожалуйста, как звали этого криминального авторитета? Ой, трудно выговариваемое имя. Сангилаев Абдул Каримович. Ну, если честно, я могу посмотреть. Ну, этот парень, как бы он из Дагестана, он сын покойного Абдул Карима Сайфаева. Как-то. Хорошо, с этим понятно. У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот нашли в багажнике автомобиля, сколько там, 500 конвертов 500 по 200 гривен. Это по 400 гривен. Да. По 400, так. Да. В общей сложности на общую сумму 400 тысяч гривен. Но 500 конвертов – это 500 избирателей. В принципе, исходя из общего количества голосующих на округе, это не такая большая цифра. Неужели настолько глупыми были представители из штаба соперников, что так легко подставились? Ну, смотрите, на самом деле, я говорю с журналистом или с кем, если вы подписались. Еще раз, перепрошу. Прошу прощения. Кто задал вопрос? Можно Сергей, Мельничук, мы с вами договаривались, так. Собственно говоря, я об этом. Понял. Да, Борис Альбертович, это я. Смотрите, на самом деле, то есть схема заключалась совсем в другом. Рядом с этим автомобилем, где хранились деньги, стояла та, в которой деньги выдавали, якобы в этих автобусах как бы привезли туристов. Поэтому в действительности у нас есть все данные у партии о том, что это была развернута специальная сетка по 40 тысяч. Поэтому это только факт, на самом деле ситуации поражает в том, что сейчас идут следственные действия, прямо в настоящий момент переписывают структуры и оформляют соответствующие протоколы. Машина скрыта была по решению суда. А в это время Нигову продолжают
машины погнала. То есть цинизм просто невероятный. А предпринимаются ли попытки задержать остальные автомобили? Потому что один автомобиль, как вы говорите, из сети, это как бы, опять же, мы возвращаемся к этой цифре, 500 избирателей, это не так уж и много. Смотрите, вы специально как бы пытаетесь манипулировать? Нет, абсолютно нет. Мне интересно. Этого достаточно для того, чтобы подтвердить и доказать. Для этого все есть материальные свидетельства. Борис Альбертович, я уточню вопрос, предпринимаются ли меры Министерства внутренних дел? Конечно, меры предпринимаются, но вы просто ставите вопрос некорректно. Меры предпринимаются, но уже достаточно подтвердить факт наличия скупки голосов от кандидата, который находится на государственной должности и возглавляет управление державными справами президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Даже если бы он купил 50 голосов, а не 500, этого было бы достаточно для того, чтобы Порошенко отправил президента в отставку и объяснил перед нацией, как это могло после революции, после Майдана, после забрать на выбор. Пане Борисе, запитання відповідно, що Сергій Березенко. Його штаб стверджує, що ця машина якраз із кортежу Геннадія Корбана. І що це є така собі провокація. Смотрите, я только что вам объяснял. То есть они стверджували, что сначала она из кортежа Геннадия Корбана. Сделали по этому поводу официальное заявление. Только что пришел человек, кандидат, сказал, что его машина Геннадия Корбана, а его машина, он является членом самообороны. Да. В настоящий момент они готовят опровергнуть этого. Когда они узнали, что эта версия не прошла, они предложили третью версию, потому что машина принадлежит бойцам батальона «Донбасс». По этому поводу собирається спільнення прес-конференції. Тобто вони запутались по вранье. Так, пане Борисе, дивіться, от зараз усі звинувачення все ж таки в тому, що ваші опоненти Геннадія Корбана побачені у підкупі виборців. Але треба ж зазначити, що і Геннадія Корбана також звинувачують у тому, що він, скажімо, роздає гречку. І у соцмережах бачили фотографії, черги за цими продуктовими наборами. Вопрос. Так, дуже добре вас чую. Ще раз задати запитання? Почули ви чи ні? Так, я слухаю, пожалуйста. Ще раз запитання. Ви звинувачуєте опонентів у тому, що вони займаються підкупом виборців. Але чи не вважаєте ви, що за командою Геннадія Корбана теж є такий грішок, тому що бачили у соцмережах фотографії із чергами по гречку і по продуктові набори від Геннадія Корбана? Я услышав. Смотрите. Давайте роздільний вопрос на дистанцію. Мы никого не обвиняем, это уже как, который происходит на глазах эмоций тысяч людей. То есть обвинение осмысленное, это факт, который требует доказать. Это первое. То, что поставили, горячка пепла, которым обвиняют господина Корбана. Давайте разберем ситуацию. Господин Корбан не раздает продукты от своего имени. И не подписывает специальные договора по его имени, как это делает господин президент, находящийся на государственной службе. Раздачей продуктовой помощи занимается соответствующая благотворительная организация, которая была зарегистрирована еще до того момента, как была зарегистрирована партия «Петров». И во время раздачи продовольственной помощи отмечавшим старикам, там нет агитации господина Корбана, нет никаких там обязательств, специальных договоров и просьб. Настолько сейчас находятся в ситуации безнадежной, и реально вы должны понимать некоторым просто чуваку, что было предложено всем желающим прийти и получить продуктовые наборы, без какой бы то ни было агитации. Вони просто обращаються до цих палатках, щоб прокормити себе. Пане Борисе, зрозуміла ця версія. Скажіть тоді таке запитання. Чому потреба в допомозі бідним цим літнім людям виникла саме напередодні виборів? Чому ця організація не займалася цим до того? Смотрите, ця організація займалася цим до того. А крім цього, давайте вже опять розділяти ситуацію, коли государственний чиновник вищої категорії раздают деньги от своего имени под социальные договора. А если мы имеем в виду господина Корбана, который является бизнесменом, не государственным чиновником, он всегда занимался благотворительностью. И почему-то когда он раздавал миллионы гривен, чтобы пойти на фронт, он был друг. А когда он так хочет помогать бедным старикам, которые не свои, сразу его обвиняют в том, что он занимается. Поэтому результаты, которые занимаются, они занимались всегда.
Она этим занималась не только в Киеве и будет заниматься, самое главное, после выборов, в зависимости от их результатов. Тобто після вибору ви теж будете ці продуктові набори роздавати, правильно? Смотрите, я не роздаю продуктові набори, я просто говорю за організацію, яка цим займається. Так. Організація бізнесмена Геннадія Корбана буде роздавати продуктові набори після виборів? Смотрите, і в якій кількості? Організація не роздавала від імені партії, від імені Геннадія Корбана. Нет ні одного свідчення, що там бувають... Ви щойно сказали, що Геннадій Корбан бізнесмен, і він може роздавати продуктові набори, може собі це дозволити. Смотрите. Я сказав вам о том, что организация, которая развивалась, это благотворительный фонд. Но он был создан еще даже до того, как была зафиксирована партия. Вы услышите меня или нет? Так, да, чуем да. Так. Хорошо. Какие еще есть вопросы? Борис Альбертович, у меня остался один вопрос. Дело в том, что мы общались также телефоном и с оппонентами, с вашими, и они говорили, что в том случае, если будет... Ну, они говорят, что продуктовые наборы они не раздают. Я уж извините, что мы так этим продуктовым набором, просто хочется разобраться в ситуации. Они утверждают, что этого, ну, если на сленге выражаться, что это подстава, что не они выдают эти продуктовые наборы, и в случае, если будет доказан факт провокации, то они будут готовы писать заявление в органы власти для того, чтобы этот вопрос решить. Соответственно, к вам вопрос. Будут ли написаны соответствующие... Господин Деревенко, являюсь чиновником высшего государственного ранга, управляющим делами президента, а раздает деньги и использует обмен ресурс, сидя в высоком кабинете. Продуктовые наборы открыты, и от них никто не отказывается. Вот когда чиновник раздает деньги тайно, тогда благотворительный фонд раздает открыто и не отказывается. Поэтому президент и компании, против Шваль, никто не отнял в раздаче продуктовых наборов благотворительного фонда. И даже идет план сейчас во время предвыборной кампании по Чернигову, о том, что лучше кормить едой с пустыми обещаниями. Поэтому их так не обвиняют, просто разбирают. То есть это секрет Полишинеля. Никто не отказывается. Люди 50% считают себя, по данным сейчас социологии, реально люди считают себя за...